общем, я приехал в маленький городок, небольшой. Сейчас где-то 12 дня, решил остановиться, перекусить в маленькой кафешечке. Вот это типичная улица этого городка. Город называется Лангсуан. Лангсуан. Вот это хозяйка, которая приготовила мне вкусную еду. Это значит, что такое рис, лапша и такое вот яйцо маринованное. И яичко. Ну ладно, приятного аппетита мне.